Я приветствую наших зрителей и слушателей из парижской студии РФИ. Сегодня у нас в гостях бывший посол Украины в России, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Здравствуйте, господин посол. Здравствуйте, добрый день. Сегодня вы занимаете должность посла по особым поручениям МИД Украины, и поэтому наш разговор сегодня пойдет о международном аспекте нынешней войны в Украине. Собственно, Майдан, украинский Майдан, он начался с евроинтеграции. А можно ли говорить сегодня о каких-то успехах Украины? Я понимаю, что война не позволяет об этом говорить, но все же евроинтеграции Украины. Да, безусловно, мы прошли очень долгий путь, даже в условиях войны. Было подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, и практически уже с конца прошлого года, середины прошлого года, были открыты переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые должны активизироваться вот этой весной, буквально на следующей неделе. То есть процесс пошел. И, ну, наверное, это единственный случай в мировой истории, когда страна, которая находится в состоянии войны и борьбы с российской агрессией, начинает переговоры, или уже начала, по сути, переговоры о вступлении в Европейский Союз. Так, еще много нужно сделать. У Украины есть своеобразное домашнее задание. Это, прежде всего, внутренние реформы, но это все, в общем, идет теми темпами, которые были и запланированы. Конечно, все непросто, но мы видим это на примере, например, сегодняшних событий на украинско-польской границе, где польские фермеры блокируют границу, блокируют транспорт, который идет из Украины в Польшу и обратно. Это связано с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, поскольку Украина является прежде всего потенциально огромным аграрным экспортером. То есть наша продукция, она затребована в странах Европейского Союза. Прежде всего зерно, и овощи, и фрукты, и все остальное. То есть мы являемся такими природными, скажем, естественными конкурентами Польши и других наших соседей. Все это будет предметом непростых переговоров с Европейской комиссией, о квотах, о доступе на европейские рынки и так далее. Но это все проходили и другие страны, наши соседи, балканские страны, та же Хорватия, которая последним является членом Европейского Союза, последним вступившим в Европейский Союз. Так что мы к этому готовы, и правительство, в общем, настроено на серьезный разговор, и все это происходит, но, как я уже сказал, активизация этого процесса начнется где-то вот с марта месяца, и мы надеемся, что Украина пройдет этот путь, скажем так, быстрее или скорее, чем те страны, которые перед нами вступали в Европейский Союз. Для этого той же Хорватии понадобилось где-то 5-7 лет. Были случаи и дольше, но мы к этому готовы и стремимся. Самое главное, чтобы была достигнута цель, это членство Украины в Европейском Союзе. В связи с войной и с полномасштабным вторжением встал вопрос о нехватке оружия у Украины. И, как мы знаем, в последнее время вроде как застопорилась передача новых вооружений Украине. Хотя, если вернуться к началу войны, то есть к событиям двухлетней давности, то европейские партнеры и Америка, в общем, особо ничего не обещали, кроме касок и бронежилетов. Сейчас мы видим, что уже какое-то вооружение поставляется, но не в тех объемах и не в том количестве, которое, и не в тех номенклатурах, которые требует украинское военное руководство. Мы знаем, что очень много для этого делает президент Украины Владимир Зеленский. Какова роль дипломатии украинской в этом вопросе? Безусловно, знаете, как считают военные, вот есть фраза одного из известных американских генералов, что оружие, как и денег, никогда не бывает много.
То есть сколько бы его ни поставлялось, оно его будет не хватать. Но все не так плохо, как кажется, на первый взгляд. Да, действительно, застопорилась несколько американская помощь, но эту нишу заполняют страны НАТО, другие члены НАТО, западноевропейские страны. Вот недавно было заявление президента Чехии о том, что они изыскали возможность поставить в Украине 800 тысяч снарядов. Это то, чего больше всего не хватает, в первую очередь, украинской артиллерии. Ну, а что касается роли дипломатии, то, конечно, она очень велика. Я бы сказал, это прежде всего та тема, которой занимаются украинские военные дипломаты, то есть военные атташе, военные атташаты, которые находятся в составе практически каждого украинского посольства за границей, прежде всего в Европе, в США, да не только, это даже Япония, Республика Корея, другие страны, то есть они изыскивают любые возможности для того, чтобы найти пути поставок вооружений. Частично Украина это все закупает за свои деньги, частично это идет за те средства, которые выделяли Соединенные Штаты Америки и страны Европы. Так что этот процесс, он постоянный, он начался практически через 2-3 месяца после начала вторжения России в Украину и не прекращается ни на минуту. Так что могу добавить, что это, в общем-то, задача номер один для каждого украинского посольства. Дипломаты, политические, я имею в виду, не военные, они занимаются этим в политической среде, то есть встречи, убеждения, конференции, организация визитов наших делегаций и визитов делегаций из этих стран в Украину. Все это нацелено, прежде всего, на то, чтобы увеличить поставки вооружений Украине. Владимир Юрьевич, у меня к вам вот еще какой вопрос. Он касается недавней новости о том, что Иран поставляет России какие-то вооружения, которые не способны даже перехватывать, то есть ракеты, которые не способны перехватывать даже американские и другие системы ПВО. В связи с этим и Китай тоже, в общем, как бы занимает такую достаточно странную позицию. Пытается ли Украина как-то наладить взаимоотношения не только со странами, которые являются партнерами, но и с теми, кто вроде как находится не на стороне Украины, но и не поддерживает Россию? Да, конечно. Ну, к этим странам не относится, безусловно, Иран. И, кстати, Северная Корея, вот вы сказали об иранских ракетах, а буквально вчера была информация, уже подтвержденная официально, что, по меньшей мере, 20 ракет, которые были выпущены по Киеву российской авиации, это ракеты корейского происхождения, северокорейского. Так что рыться в пушку не только у Ирана, а еще и у Северной Кореи. Но эти все вопросы, вся эта информация передается в Совет Безопасности ООН, поскольку это является прямым нарушением режима санкций против Ирана и против Северной Кореи. Ну, главный нарушитель, безусловно, это Российская Федерация, которая закупает это оружие у стран, которые находятся под санкциями. Ну и, безусловно, эти две страны тоже должны будут за это ответить, рано или поздно это произойдет. Что касается, как вы сказали, тех стран, которые, может быть, не так активно поддерживают Украину, но, по крайней мере, занимают такую нейтральную, что ли, позицию, то у нас есть примеры, я назвал Японию и Республику Корею, но эти страны поддерживают Украину, но есть много примеров других, например, Таиланд, Малайзия, Эквадор. Была информация о поставках вооружений из Марокко и так далее. То есть, безусловно, наша дипломатия, наши военные работают не только на рынках стран Европы и Северной Америки, а и других стран, где есть то вооружение, в котором нуждаются украинские вооруженные силы. Недавно была новость о том, что ЮНЕСКО посчитала, что на восстановление культурного наследия Украины потребуются просто немыслимые какие-то суммы, чуть ли не миллиарды долларов и десятки миллиардов долларов.
Министр экологии Украины говорил о том, что 172 тысячи, просто нужно вдуматься в эту цифру страшную, квадратных километров Украины заминированы. То есть это проблемы экологии, это проблемы сельского хозяйства, которые для Украины являются одной из статей дохода. Я уже не говорю о разрушенных городах. Если говорить о послевоенном будущем, на что Украине потребуется еще помощь от других стран мира? Ну, если говорить в общем, то это помощь вообще в экономическом восстановлении Украины, потому что разрушена и промышленность частично. Ну, по сути, четверть территории Украины сейчас находится под оккупацией, немного меньше, пятая часть. Вы справедливо сказали о заминировании. Это, конечно, самая главная проблема, потому что она требует, наверное, наибольших средств и участия зарубежных специалистов, экспертов в области разминирования. Ну, такой опыт есть у многих стран. Это уже сейчас ведется эта работа. Но, безусловно, после окончания войны, после нашей победы, эта работа активизируется. Ну, а экономическая реконструкция, вы знаете, какую отрасль Украины не возьми, я имею в виду отрасль экономики, безусловно, мы пострадали везде. И в первую очередь расчет на то, что львиная доля средств на это восстановление пойдет за счет тех денег, тех финансов, которые сейчас заморожены, российские финансы, я имею в виду. Но сейчас эта сумма составляет около 300 миллиардов долларов, это резервы Центробанка Российской Федерации. Есть, безусловно, огромное количество российской собственности, которая тоже может быть или уже арестована, прежде всего в странах Европы и Северной Америки. Все эти деньги, безусловно, должны пойти на экономическую реконструкцию и восстановление Украины. Как, собственно, это было сделано по итогам Второй мировой войны, в случае с Германией, то есть те репарации, которые Россия в любом случае будет вынуждена платить. Ну, мы говорим, конечно, не о сегодняшнем правительстве, руководстве Российской Федерации, но мы уверены в том, что все равно ситуация изменится. И вот та будущая Россия, которая, как я надеюсь, возникнет все-таки на месте сегодняшней, нормальная, миролюбивая Россия, демократическая, она все равно будет вынуждена нести этот крест на протяжении, наверное, ну, больше, чем одного поколения. Как это было с фашистской Германией, это продолжалось много десятилетий. То же самое будет с Россией, никуда от этого они не денутся. В настоящее время страны Запада, прежде всего Большая Семерка, они ищут пути, каким образом эти средства замороженные можно, ну, физически или технически использовать, то есть передать их Украине. Уже есть несколько вариантов. Это активно обсуждается в первую очередь в Брюсселе. Я думаю, что будет найден механизм, который в ближайшем будущем уже заработает. Вы были относительно недавно постоянным представителем Украины в ООН. Эта международная организация в последнее время вызывает много критики, и не только в связи с войной в Украине, и с войной в Израиле также. Есть еще ряд международных организаций, чья работа и чьи усилия вызывают очень-очень много вопросов. Я имею в виду Красный Крест. Недавно мы знаем о том, что украинские войска покинули Авдеевку, и там есть некоторое количество людей, захваченных в плен. Красный Крест выступает, как правило, во всяком случае он выступал при сдаче в плен украинских военных из Азовстали, и ничего не сделал после того, как был взрыв в Еленовке. После этого те же претензии, ну, похожие претензии были по поводу заложников в Израиле Красному Кресту. Вообще, как вам кажется, насколько нужны эти международные организации, такие как ООН, там, комитеты по делам беженцев и так далее, как Красный Крест, и требуют ли они реорганизации и в каком плане?
Безусловно, все эти организации требуют, ну, такого, скажем, коренного изменения, коренной перестройки, потому что о реформах, знаете, уже смешно. Ну, только ленивый об этом не говорил. Если говорить об Организации Объединенных Наций, то там так называемая реформа продолжается уже лет 40 последних. Ну, всю мою дипломатическую карьеру я слышу о реформе ООН. На самом деле, в общем-то, практически ничего не происходит. Какие-то косметические изменения, которые ничего не меняют, ничего не дают. На Красном Кресте, но это мое личное мнение, с ним могут не согласиться, другие, я уже давно поставил крест, извините за такую тавтологию. Причем это не относится к национальным обществам Красного Креста, вот в Украине есть такое общество, ну, по сути, в каждой стране мира есть национальный комитет Красного Креста. Эти организации работают активно. А вот Международный Красный Крест, ну, мне кажется, он остался где-то там в каком-то 18 или 19 столетии. Он был создан, если я не ошибаюсь, в конце 19 века. И, ну, возможно, он нормально работал в период там, Первой, Второй мировой войны. Хотя, ну, сложно судить об этом, есть разные тоже мнения противоречивые. Но сегодня эта организация абсолютно не отвечает вот тем реалиям, которые сложились. И вы совершенно правильно отметили, что это же касается не только войны в Украине, касается Израиля. И я могу назвать десятки других случаев, когда Красный Крест просто стоял в сторонке, ну, знаете, и курил бамбук. То есть они боятся вообще прямого вмешательства в какой-либо конфликт. Они больше заботятся о здоровье и жизни своих сотрудников, чем тех людей, ради которых, собственно, это общество было создано. Вот. И вот случай в Еленовке – это вообще такой кричащий случай. Да и много других. Тот же самый обмен военнопленных Азовстали. Ну, там была определенная роль Красного Креста, но отнюдь не решающая. Там больше сыграл роль президент Турции Эрдоган, другие лидеры других стран. То есть Красный Крест, он так, знаете, стоит и наблюдает. Ну, и когда уже все хорошо и все решено, вот выходят люди вот в этих белых жилетках с Красным Крестом и делают вид, что они что-то делают. На самом деле, эта помощь минимальна. Да, они, надо отдать должное, занимаются гуманитарной помощью. Ну, в той же Украине они поставляют и одежду, и продукты питания. Но ведь главная их роль – это защита жизней пленных, мирных жителей. Вот это, мне кажется, ну, в этом плане они очень сильно не дорабатывают. Ну, говорить о какой-то реформе мне сложно. В конечном итоге эта международная организация находится в Женеве, в Швейцарии. То есть, ну, основной, скажем так, держатель этой организации – это правительство в Швейцарии. Так что, наверное, именно им нужно задуматься о том, каким образом поменять вот, сущность этого Красного Креста, чтобы он все-таки остался в истории человечества не как неудачник, как организация, которая действительно что-то доброе и серьезное сделала для человечества. И мой последний вопрос, он связан с Россией, потому что вы были последним по времени послом Украины в России. Сейчас очень много ведется разговоров о том, могут ли быть восстановлены взаимоотношения России и Украины. Мы знаем, что красная линия пролегла в буквальном смысле внутри семей российско-украинских, которые смешаны. Как вам кажется, сколько времени понадобится для того, чтобы восстановить этот баланс? Знаете, я в одном из последних своих интервью сказал, что, наверное, я последний посол Украины в этой сегодняшней России вообще. Ну, я думаю, по крайней мере, лет 150 или 200 посла Украины в Москве уже не будет. Вот, если страна изменится, если возникнет какое-то новое государство на этом месте, ну, тогда, возможно,
варианты. Но сегодня я себе совершенно не представляю, каким образом могут быть восстановлены нормальные отношения, по крайней мере, официально на уровне дипломатических отношений между Украиной и Россией. Вот, знаете, то, что Россия натворила на территории Украины за последние, ну, уже скоро 2 года, это немыслимо. То есть это останется в исторической памяти украинцев, ну, если не на столетие, то на много десятилетий, это точно. Поэтому в этом вопросе я являюсь оптимистом. Знаете, мне совершенно не хочется войти в историю как последний посол Украины вообще в этой стране. Но, к сожалению, наверное, так оно и будет. А будущее этих отношений зависит прежде всего от России, не от Украины. Потому что, безусловно, ну, все можно забыть, все можно простить. Но для этого нужно очень долгое время и очень серьезные усилия, а прежде всего желание той стороны, которая является агрессором, которая напала на Украину, каким-то образом эту проблему решить. Это те же репарации, это та же юридическая ответственность военных преступников, а по сути дела это все сегодняшнее российское руководство, начиная с Путина. А если мы посмотрим на цифры поддержки войны, ну, им можно верить, не верить, но даже если они завышены, то все равно это там, 75-80-90%. Ну, как можно со страной, ну, 3/4 населения, которые поддерживают агрессию против Украины, как можно с этой страной нормально жить и сосуществовать? Я себе этого не представляю, по крайней мере, на многие-многие годы. Ну, а время покажет. Господин посол, я вас благодарю за этот разговор и всего вам самого доброго. Я напомню, что нашим гостем сегодня был бывший посол Украины в России, бывший постоянный представитель Украины в ООН, а ныне посол по особым поручениям МИД Украины Владимир Ельченко. Спасибо.